Позвольте мне предоставить слово Александру Викторовичу Гуненкову. С его лекцией «Многоликая. Функциональная тугоухость. Обсуждение сложных клинических случаев». Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, с одной стороны, заболевание, о диагностике которого я хотел бы сегодня говорить, встречается не очень часто. Но с другой стороны, жизнь показывает, что с этим заболеванием может столкнуться с такими пациентами может столкнуться абсолютно любой врач-оториноларинголог, и взрослый, и детский врач, и замечательный отохирург, и выдающийся ринолог. Так что мне показалось интересным эту тему обсудить. Отец этой девочки, история болезни, которая представлена на слайде, в определенный момент лечебного процесса подумал, что что-то идет не так, и обратился к Андрею Станиславовичу Лопатину за консультацией, так что мне не представляло большого труда уговорить его для обсуждения вот этой темы. Итак, с чего вся эта история начиналась? 11-летней девочке в мае прошлого года ударил локтем по левому уху. Рвоты, тошноты не было, сознание не теряло. Но девочка обратила внимание и сказала своему отцу, что стало хуже слышать. И действительно, в жизни это чувствуется, в частности, в машине, когда отец обращается к ребенку, она не отвечает. Была осмотрена в поликлинике и рекомендовано проведение тональной пороговой аудиометрии в близлежащем коммерческом центре. И есть заключение коллег, которые пишут о том, что на аудиометрии левосторонний сенсоневральный тугоухость 3-4 степени, действительно, на картинке тимпанограмма типа с обеих сторон, пороги акустического рефлекса регистрируются, они симметричны с обеих сторон, регистрируется от акустической эмиссии, все это я быстро прочитаю. И речь идет о, цитата открывается, о левосторонней нейросенсорной тугоухости, не подтвержденной объективными методами исследования. И дальнейшие рекомендации даны принимать глицин, тонакан, и озвучено предложение дословно хорошо подумать о слуховом аппарате. Кстати, фирма, куда они обратились, она занимается в том числе и подбором слуховых аппаратов. И отец решил воздержаться от подбора слухового аппарата. И в дальнейшем события развивались следующим образом. Они, так получилось, что я тоже участвовал в судьбе этой пациентки, этой девочки. И через 3 месяца при исследовании слуха у меня получилась вот такая аудиограмма. Вы видите фактически одностороннее большое снижение слуха, близкое к глухоте. И при этом после тимпанометрии, девочка пришла после простуды, поэтому на тимпанограмме видно тип С, то есть то, что, в общем, не возбраняется после простуды. Но после тимпанометрии, это занимает буквально пару минут, можно сделать акустические рефлексы, и с обеих сторон действительно регистрируются акустические рефлексы. Я вам напомню, другими словами, это обозначает, что в ответ на громкий звук, сколько там, 80-95 дБ, стременная мышца сокращается, значит, этот звук громок для почти 100 дБ, значит, этот звук громкий для девочки. И при этом на аудиограмме как будто 100 дБ она не слышит. То есть речь идет о том, что у этой девочки функциональная тугоухость. Было предложено после простуды, когда все это закончится, окончательно, повторно пройти исследование, тогда можно было бы сделать ее акустическую эмиссию, потому что вот в этот период ее делал бессмысленно, возможно, компьютерной аудиометрии. Мы с папой поговорили, он мне рассказал такую историю. Вообще они, девочка из благополучной в материальном смысле семьи, и она вторая, есть старший ребенок, но он инвалид, и сейчас появился третий ребенок в семье, и возможно, внимание родителей стало по-другому распределяться. Во всяком случае, папа отметил некоторые чудинки в поведении ребенка. Во всяком случае, вот в ноябре месяце они на повторное исследование не пришли, но тому есть обоснование, я их понимаю. Я позвонил папе, он сказал, что жалобы исчезли, что девочка стала хорошо, со временем девочка стала хорошо слышать, и поэтому необходимость в исследовании
исчезла. То есть действительно речь может идти о функциональной тугоукости, по-разному ее можно называть, неорганическая, психогенная тугоукость. Спектр англоязычных терминов велик, от functional hearing loss до psychogenic sudden deafness. Их много, каждый из них имеет определенный смысловой оттенок, но в общем все они приемлемы. То есть это такое нарушение слуха, которое не может быть объяснено анатомическими или патофизиологическими изменениями. И клинически это несоответствие между данными тональной пороговой аудиометрии, субъективного метода исследования, и, с одной стороны, и объективными методами исследования. То есть я вам напомню, объективные методы исследования – это те, которые не зависят, или мало, если правильнее сказать, зависят от пациента и доктора их выполняющего. Таким образом, диагностика этого состояния в первую очередь определяется клинической картиной и второй – объективными методами исследования слуха. Что здесь может быть? Акустическая рефлексометрия, которую я упомянул, вызванную от акустической эмиссии. Я вам напомню, что задержанная вызванная от акустической эмиссии не регистрируется при потере слуха сенсоневральном больше 35 дБ, а второй класс эмиссии distortion product не регистрируется при потере слуха больше 45-50 дБ. Это компьютерная аудиометрия, третий метод исследования, который может быть использован в клинической практике. Поскольку в зале могут быть ординаторы, я для порядка напомню, что такое акустическая рефлексометрия. Это регистрация рефлекса вот по дедушке Павлу. Подали громкий звук, и в ответ регистрируется сокращение стременной мышцы. И это происходит в том случае, если звук достаточно близок, примерно 5-10 дБ до порога дискомфорта. Сертификаты не дают 500 сертификатов. Во всяком случае, хотя при сенсоневральной тугоухости пороги рефлекса, то есть разница между порогами слуха на аудиограмме и порогами рефлексами 35, могут быть 60 дБ. Во всяком случае, есть очень хорошая работа Стэнли Гельфанда, который показал, что этот методом можно пользоваться для диагностики функциональной тугоухости в том случае, если потеря слуха больше 60 дБ. Второй метод, напомню, вызванный от акустической эмиссии, которая заключается в том, что мы регистрируем в наружном слуховом проходе колебания, звуковые колебания, вызванные движением наружных волосковых клеток. И если вызванная от акустической эмиссии регистрируется, то это, во-первых, исключает патологию наружных волосковых клеток, и, во-вторых, это исключает кондуктивную тугоухость. И третье, что есть, это компьютерная аудиометрия, это объективный метод исследования, который позволяет оценить степень снижения слуха. Вторая пациентка, это молодая женщина, тогда ей было 32 года, она сама родом из Петербурга. В силу жизненных обстоятельств она юрист в крупной фирме переехала, должна была переехать в Москву, очень напряженный ритм работы. И в один день, когда она гуляла с собачкой, со своей маленькой, она, когда уже возвращалась домой, она, большая собака, чужая, положила ей лапы на спину. Она так испугалась, поднялась к себе в квартиру, обнаружила, что она плохо слышит. Обратилась к отоларингологам, поскольку на аудиограмме двусторонний, как вы видите, снижение слуха, двусторонняя глухота по сенсоневральному типу, срок меньше 30 дней, там речь шла о часах. Другими словами, это двусторонняя острая сенсоневральная тугоухость, была госпитализирована и лечится в московском стационаре. Получала стероиды, вазоактивную терапию, поскольку прошло 6 дней, эффекта пациента не ощущала, то конспиративно она пришла к нам на консультацию, чтобы не обижать местного профессора. И у меня получилась похожая аудиограмма, и при этом после тимпанометрии, нормальная тимпанограмма, регистрируются акустические рефлексы. Вы видите, что они лучше, чем пороги слуха, то есть что-то не так. Кроме этого, у пациентки есть смысл тогда был зарегистрировать эмиссию. И вот это сочетание, то, что регистрируются рефлексы, есть эмиссии, в общем, и сподвигло нас к тому, что это функциональное снижение слуха. Мы предложили ей прекратить лечение, она из стационара ушла, и отправили к знакомым психиатра, которые вот и сформулировали, психиатрам, психотерапевтам, вернее, которые сформулировали этот диагноз. Во всяком случае, если мы обратимся к данным литературы, то это две японские статьи, в которых указано, что у всех пациентов с функциональной тугоухостью, которая проявлялась как острая сенсоневральная тугоухость, все эти пациенты до момента установления диагноза получали стероиды. Еще один пациент, уже ребенок,
лечится в очень хорошем, действительно хорошем московском стационаре лечился, и по поводу острого гнойного среднего отита. Как вы видите, он получал клафоран, был произведен парацентез, получены слизистые гнойные отделяемые. Но поскольку у мальчика остаются жалобы на снижение слуха, была произведена, с одной стороны справа, была произведена тональная пороговая аудиометрия, вы видите кондуктивную тугоухость. И поэтому он обратился к нам на консультацию. После тимпанограммы опять можно поступить по-разному. Например, так, акустические рефлексы, это же недолго занимает времени, они регистрируются. Кроме этого, уже что-то не так, скорее всего. Может быть такое, но здесь надо хорошо подумать. И раз регистрируется вот акустическая эмиссия, это значит, что кондуктивного компонента нет. Этот очень хороший парнишка, такой ответственный человек, и мы с ним поговорили, когда он отличник, а когда он лежал в стационаре, он выписался, по-моему, там вторник был, а в пятницу нужно было писать диктант. Он, в общем, волновался, может быть, с этим вот такая ситуация была связана. Во всяком случае, мы с ним поговорили, очень легко нашли общий язык, диктант он написал, но я ему сказал, что вот мне кажется, что через два дня все пройдет. И действительно, через два дня все прошло, исцеление святого Йоргена, но мы-то с вами понимаем, что не кондуктив исчез за два дня, его не было, это была просто функциональная тугоухость, и все обошлось. Кондуктивная тугоухость до этого была сенсоневральная, это картинка, любезно предоставленная моими владимирскими коллегами, они видели пациента со смешанным снижением слуха. Если у вас нет, и вы не хотите делать тимпанометрию, акустическую рефлексометрию, если у вас нет отоакустической эмиссии, если в конце концов вы просто не любите сурдологов, то что я могу для вас сделать? Если у вас есть у пациента, вы подозреваете, что есть одностороннее снижение слуха, то вас может выручить тест Тенгер. Он в очень многих справочниках есть, он очень академичен, поэтому сложно воспроизводим уже на следующий день. Поэтому я вот в той форме, которая мне, по крайней мере, понятна. Он основывается на том, этот тест, что если мы подаем при несимметричном слухе два сигнала, один более громкий, другой тихий, то наше ухо, то мы воспримем только громкий звук, а тихий не будет восприниматься. Поэтому мы просим, надеваем наушники на аудиометрии и просим пациента нажать на кнопку, когда он услышит любой звук. Если вот у этого человека есть снижение слуха, действительно правосторонняя тугоухость, там 60 дБ, значит, вторая, третья степень, и это, что в этой ситуации произойдет? Сигнал, подаваемый в правое ухо, он не услышит, он же тише его тугоухости, но он нажмет на кнопку, потому что он услышит другим ухом, левым ухом. А в том случае, если что-то не так, а именно двусторонний нормальный слух, тогда он услышит сигнал в правом ухе, но нажимать-то на него не будет. А то, что с левой стороны, он не услышит, потому что это заглушается с другой стороны. Так что если будет какая-то вот безысходная ситуация, может быть, вам это когда-то и пригодится, потому что остроумный тест. Таким образом, какие проблемы диагностики? Это, в общем, действительно редкое заболевание среди взрослых, а вот то, что касается детей, возможно, что и нет. По крайней мере, есть хорошие работы греческих авторов, которые пришли к выводу, что функциональная тугоухость в детском возрасте очень часто может проявляться как острая внезапная сенсоневральная тугоухость, и эти дети получают соответствующее лечение. В Турции, извините, в Греции это стероиды. Вторая очевидная проблема, которая лежит на поверхности, что врач-оториноларинголог не может всем пациентам со сниженным слухом проводить объективные методы исследования или направлять на консультацию к сурдологу. Естественно, что гораздо сложнее диагностика, когда пациент с односторонним снижением слуха, а не двусторонним. И еще, что может быть, это какие-то казуистические случаи. Пару недель, может быть, чуть больше тому назад, к нам на кафедру к Сергею Яковлевичу приходила пациентка, несчастная женщина с базилиомой спинки носа. У нее функциональная тугоухость на другом, на контрлатеральном ухе, на самом деле, там нормальный слух с той стороны, а объективно-то есть снижение только с одной стороны. Я с большим трудом, но все-таки нашел... Александр Ильич, я прошу прощения. Уже? Да. Тогда я прямо за две минуты. Поэтому, в общем, нужно быть очень-очень внимательным в таких ситуациях. И прогноз может быть разный. У той пациентки, о которой я говорил, через 2,5 месяца слух вернулся, но это
обстоятельства могут складываться по-разному. Я благодарю, сердечно благодарю моих коллег, без которых половина доклада была бы невозможна, а вас за внимание. Спасибо большое.